Всесезонный курорт Архыз, хоть и молодой, но любителей отдохнуть именно там уже очень много. Приезжают сюда отдыхать со всех уголков страны и зарубежья. Встречает Архыз своих гостей ярким солнцем и атмосферой праздника еще на подъезде к нему. Горная цепь главного Кавказского хребта радует глаза и остается в памяти навсегда, кто здесь хоть один раз бывал. Альвина Курачинова-Кенжева подробнее. Знаменитый уютный горнолыжный курорт Архыз принял в новогодние праздники и каникулы несколько десятков тысяч любителей экстрима, снега, зимних развлечений, комфортного климата и, конечно же, вкусной еды. 8 канатных дорог, 18 горнолыжных трасс общей протяженностью около 28 километров. Все для комфорта отдыхающих. Вся инфраструктура туристская готова и работает в штатном режиме для того, чтобы туристы могли себя комфортно чувствовать, отдыхать, спускаться на наших подготовленных горнолыжных трассах. Туристы довольны, чувствуют себя хорошо. Касаемо статистики, вчера посетило, если мы говорим о проданных скипасах, это 9343 проданных скипаса. Опять-таки в этой цифре мы не учитываем тех, кто не катается на лыжах, а прибывает на курорт и отдыхает. Туристов не смущали длинные очереди за скипасами или в кафе. Все в приподнятом настроении и в предвкушении незабываемого отдыха. В центре романтика диджей дарит гостям позитивное настроение с помощью музыки. Ноги сами пускаются в пляс. Фанаты льда отрабатывают свои движения на катке. Ну а те, кто только учится вставать на лыжи и сноуборд, могут воспользоваться услугами опытных инструкторов. Архыз, он молодой курорт, самый молодой курорт в России, развивается. С каждым годом все новые трассы открываются. Людям очень нравится, погода просто шикарная. На самом деле, единственное, в этом году снег, со снегом чуть этот у нас... Снега обещают по погоде, да, Всевышний снег тоже на днях уже должен выпасть. Погода в празднике выдалась солнечная и теплая. Термометр показывал 16 градусов выше нуля. Снежное покрытие на трассах высокого качества благодаря искусственному оснежению. Единственное, чего желали туристы, это побольше настоящего снега. Именно его не хватало на курорте. Настроение приподнятое, несмотря на... То, что сейчас происходит, но очень классно, заряжают на сцене ребята музыкой, танцами и вкусными напитками. А скажите, пожалуйста, сколько вы катаетесь? Один день. Мы сегодня первый раз нормально встали на склоне, уже куча синяков, я думаю, будет. С другом мечтали года три попасть на курорт. Я бортанул друга, взял девчонку, и мы, блин, кайфуем безумно вообще. Поэтому, кто еще не был, обязательно сюда стремительно мчитесь. Дорогие друзья, всем привет, всех с Новым годом, всех кайфового настроения. У нас просто супер отдых, классное место. Я здесь впервые с девчонками. Сочи. Сочи. Без лыж, с Красной Поляны. Все достойно. Очень гостеприимные, скажем так, хозяева данного курорта. Жителям, гостям процветания, побольше таких же добродушных отдыхающих. Ну и всего самого прекрасного. Все, кто хоть раз побывает в горах, навсегда будут очарованы этой красотой и будут возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы в очередной раз убедиться, насколько уникальна и многогранна природа Кавказа и каждый раз преклоняться перед величием гор. Альбина Курачинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз.